В 2020 году пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе в отрасль туризма. Во время курортного сезона миллионы россиян вынуждены были отказаться от поездок за границу и стали выбирать альтернативные направления отдыха уже внутри страны. Одним из самых востребованных уголков России стал Крым. Ковидные ограничения и позднее начало курортного сезона не повлияли на желание провести отпуск на пляже. За этот год полуостров посетили 6 миллионов человек. При этом почти 80 тысяч туристов приехали в солнечный Крым из-за границы. За 10 месяцев текущего года, несмотря на все, в Крым прибыло 79 148 иностранных туристов из 118 стран мира. Страны СНГ, конечно же, это львиная доля. Вот из этого числа. Вот. Но при этом у нас и Австралия, и Малайзия, и Коста-Рика, и Новая Зеландия, и все ведущие европейские страны, и Америка, конечно, тоже отметились. Поэтому интерес к Крыму есть. Стоит отметить, что большинство туристов из-за рубежа Крым принял еще до введения коронавирусных ограничений и карантина весной 2020 года. Тогда границы полуострова еще были открыты для внешнего мира. В правительстве Крыма курортный сезон 2020 года считают успешным. В следующем году курортный потенциал полуострова планируют расширять. Так, например, в Крыму планируют создавать кемпинги и другие средства размещения на землях сельского хозяйства. Еще один важный план на 2021 год – увеличение количества пригородных поездов для удобной транспортной развязки. Буквально недавно я общался с новым руководством Крымской железной дорогой. А на следующий год они планируют увеличить количество пригородных поездов, это раз. В планах у них строительство, помимо реконструкции 27 вокзальных комплексов, которые есть в Республике Крым, будут отремонтированы абсолютно все пригородные станции, но по направлению в сторону Евпатории еще две новых пригородных станции будут строиться с нуля. Финансировать проект будут уже в 2021 году. К тому же условия будут улучшаться и для автомобилистов. На трассе Таврида уже приступили к строительству новых АЗС и так называемых многофункциональных зон, где расположатся стоянки для отдыха, автомойки, заведения общепита, а также гостиницы. На сегодняшний день трасса не обустроена придорожными комплексами, поэтому их появление обеспечит необходимые комфортные условия для жителей и гостей Крыма. Стоит отметить, в республике уже созданы все условия для восстановления здоровья после COVID-19 на базе уже существующих санаториев. Основное, что получает повреждение, это наши легкие после ковида. Вот. А таких программ по восстановлению легких у нас несколько десятков санаториев. Уже в Крым едут для получения непосредственно вот процедур после восстановления, после лечения от ковида. Крыму это не несет никакой угрозы, потому что люди уже переболевшие очень серьезно. Известно, что впереди новогодние праздники, и крымские отели уже готовы принимать гостей, несмотря на ограничения, которые ввели власти республики. По словам представителей гостиничного бизнеса, серьезных убытков от антиковидных мер не будет, и россияне готовы встречать 2021 год на полуострове. К Новому году в Крыму ожидают около 500 тысяч туристов. Татьяна Ополева, служба новостей ИТВ.